Уважаемые любители рок-музыки, у меня сегодня большой праздник. Мне наконец-то удалось сочинить гимн. А то все рок-н-ролл и блюзы да баллады. По мелочам как-то все. А всегда хотелось чего-нибудь монументального, чего-нибудь такого, чтобы дух захватывало. И вот я сочинил не просто гимн. Просто гимн и дурак сочинить может, сами понимаете. А сочинил сразу гимн человечеству. Я подумал так. А чё баловаться? Это ж как-то несерьезно, а я все-таки взрослый человек, зрелый композитор. Поэтому если уж сочинять, так сразу гимнище. И получилось. А у меня всегда все получается, вы же знаете. За что я не возьмусь? Вот скоро хэви-метал рэп-рок буду сочинять. Вы у меня еще попляшете. А пока будете слушать гимн человечеству, который прозвучит в эфире 29 сентября. Только не забудьте подписаться и встать, когда я его буду исполнять. Гимн все-таки не хухры-мухры.